Всем привет! Сегодня рассмотрим Andes RT1 Superline с артикулом AN04820. Он упакован вот в такой коробочке. Давайте мы его распакуем. Вот так. В комплекте идет сопроводительная документация. Вот так выглядит упаковка. В комплекте идет масло, насадки под разные розетки и сама машинка. И вот таким образом он выглядит. У машинки роторный двигатель 12 ватт мощности, 5100 строк. Давайте я его включу, вы послушайте, как он работает. Сейчас я его достану. Одевается он вот таким образом, насадка для наших сетей, и защелкивает. Волос против роста волос, мощная штучка. В комплекте идет один ножевой блок Т-образный. Ширина ножа составляет 30 мм, высота среза составляет 0,3 мм. А также из завода предусмотрен, что вы можете практически по нуля выставить высоту среза. Легкосъемный ножевой блок сделан из углеродной стали. Снимается он очень легко. Вот таким образом он снимается. Вы почистили, смазали и поставили обратно. Вот таким образом он защелкивается. Очень легко. А также еще главный плюс заключается в том, что вы можете дополнительно приобрести вот такую насадку. Насадка называется шейвер. Я на экране укажу, как он выглядит одетая уже на машинке. Это про корпус. Машинка в руке лежит хорошо, эргономичные, прорезиненные ставки, чтобы в руке они не скользились. Корпус ударопрочный, который содержит нейлон. Весь машинки составляет 226 грамм. Для удобства есть петелька. Чтобы машинка нигде не валялась, вы можете его подвесить. Шнур составляет до 3 метров. Чтобы вы знали, у всех профессиональных машинок шнур составляет до 3 метров. А также, кстати, в комплекте идут для такого ножа 4 насадки. 1,5, 3, 6 и 9,5. Если у вас какие-то вопросы дополнительные будут, вы можете перейти на наш сайт zevsus.com. Вы можете прочитать описание, либо написать нам на сайте или под видео. А также, если вы хотите приобрести эту машинку, переходите на наш сайт zevsus.com. Я под видео укажу ссылку. Всем спасибо, всем удачи!